И вот сразу несколько детей пострадали при стрельбе в США. 4 человека убиты, ранен маленький ребенок в апарт-отеле в американском штате Техас. Мужчина, который на них напал, покончил с собой. По какой причине произошла трагедия, сейчас неизвестно. В Майами расстрелял неизвестный семью, родители погибли, 7-летний мальчик получил не угрожающее, к счастью, жизни огнестрельное ранение. На фоне этих новостей все больше американцев выступает за ужесточение норм по продаже оружия. Последние опросы показали, что сейчас их уже 64%, и число противников ограничений неумолимо растет.